прибыли на Витебский вокзал. Красивое старое здание. Вот так вот выглядит самый старый вокзал в России. Зашел в кафе на Витебском вокзале попробовать зал капучино и пару выпечек. В общем, такая тема. Вот, вот так вот это все выглядит здесь. Вот так и живем. По столам ходят голуби. Вот так, наверное, будет получше видно. Хочет кушать. Против сразу находится туалет. Конечно, минус этого вокзала в том, в общем-то, он для царей и строился, а тут типа бах, национализировали и для народа все. В общем, минус этого вокзала в том, что нету лифтов, и все перроны находятся на втором этаже, и народу надо подниматься с багажом на второй этаж по лестнице. Вот, по такой вот лестнице. Ну и это вот центральный зал. Так выглядит такая плиточка новая. Старые кассы. Вот такой Витебский вокзал. Постройки 1837 года. Изначально было деревянное здание. В 1904 году здание построили из бетона и железа. Вот, и в общем-то оно имеет теперешний вид, очень построено в стиле модерн.